наши так называемые лидеры продали нас Западу. Уничтожили нашу культуру, экономику, нашу честь. На нашей земле пролилась кровь. Моя кровь. На их руках. Они оккупанты. Все иностранные войска немедленно покинут территорию России. Или же пусть готовятся к последствиям. Все очень просто. Мы сейчас захватим центр управления пуском. Либо завтра мы этот мир не узнаем. Получено разрешение на сброс. Группа Си пошла. Снижаемся на второй зоне сброса. Группа Би, ждать сигнала. Пошли. Где Грикс? Не знаю, сэр. Сержант Грикс активировал свой приемопередатчик. Он в полукилометре от вашей позиции на юго-западе. Мы уже в пути. Конец связи. Поехали. Вражеская техника с фронта. Террорист нейтрализован. Вижу противника. Противник убит! Попал! Спокойной ночи! Все чисто. Держат в одном из этих зданий. В этом подвале есть проход. Пойдем через него. Всем тихо. Вперед! Все чисто. На этаже чисто. Поднимаемся на второй. Вас понял. Все вниз. Вас понял. Следующему зданию. Всем тихо. Солп, разведай обстановку. Солнце встает. Время на исходе. Мы даже чисто поднимаемся выше. Сколько этих остальных? 678. Кажется, мы на месте.
Приготовиться к штурму! Пошли! Соу, освободи Грикса! Живее! Наконец-то, черт возьми! Я уж думал, вы меня тут бросили! Я так и хотел сделать! Но ты же зажал всю взрывчатку! Ты вся еще да, жив. Да, готов идти. Нужно нейтрализовать ту башню, чтобы передовые группы смогли пройти через ограждение под током. Вражеские вертолеты. Вперед! Си-6, доложите обстановку. Прием. Вторая группа на позиции у периметра. Ждем отключения электричества. Прием. Вас понял! Соу, устанавливаю взрывчатку! Пошел! Соу, выполняй! Резервное питание через 10 секунд. Ждите. 5 секунд. Хорошо, мы прошли. Б-6, будем ждать вас в пункте сбора. Конец связи. Вас понял, вторая группа. Выдвигаемся, конец связи. Открывай ворота. Вражеские вертолеты. Здесь скоро станет очень жарко.
Б-6, внимание! К вам направляются три грузовика с пехотой. Рады вас видеть, парни. Мы прикроем вас, как только пересечете пере... Это еще что такое, черт возьми? У нас тут проблема!